Москва серьезно обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе. Напряженность там пока не спадает, несмотря на предпринимаемые шаги. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бекантов. Мы призываем все стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем. Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе азербайджано-армянской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы.